Don't think about it too much, too much, too much, too much. Hello! И это пятое видео второго часа курса «100 английских слов за час» Helen C. Повторим то, что было в прошлый раз. Early – рано, late – поздно. Leave – оставлять, покидать, уезжать. Ее мама уходит из дома рано. Her mother leaves home early. Его папа приходит домой поздно. His father comes home late. После a lot мы ставим предлог of, если дальше идет существительное. Beer – пиво. A lot of beer – много пива. Ее муж пьет много пива. Her husband drinks a lot of beer. Ее муж пьет много вина. Her husband drinks a lot of wine. И сейчас мы продолжим тему английского «много». На самом деле в английском много всяких «много». Если предложение имеет отрицательный смысл, то тогда уже нужно четко знать, существительное исчисляемое или нет. Потому что с неисчисляемыми используется слово much, а с исчисляемыми many. Отрицательный смысл предложению может придавать слово too, слишком. Получается слишком много, да, это уже какой-то перебор, то есть минус. Too much, если неисчисляемое, или too many, исчисляемое. Но с глаголами, просто с глаголами, без существительных, используется только too much. Например, она работает слишком много. She works too much. Он ест слишком много. He eats too much. Этот дом стоит слишком много. Стоить – это cost. У нас есть эквивалент в белорусском, да, cost – коштовать. Этот дом стоит слишком много. This house costs too much. Не забываем про окончание s у глаголов. Теперь добавим существительные. Но опять же, тема пьющего мужа. Ее муж пьет слишком много виски. Виски неисчисляемое, поэтому too much. Too much whiskey. Her husband drinks too much whiskey. Ну, как говорится, у каждого свои недостатки. Его жена ест слишком много конфет. Жена – это wife. Конфеты – это уже исчисляемое существительное. Sweets. Одна конфета sweet, конфеты sweets. И получается, что нам надо ставить уже too many. His wife eats too many sweets. Итак, в этой порции мы с вами узнали, что a lot или a lot of плюс существительное используется в положительных предложениях. Если предложение имеет отрицательный смысл, который ему придает, например, слово too, слишком, то нужно использовать вместо a lot слова much или many. Too much мы используем просто с глаголом, например, она ест слишком много. She eats too much. Или этот дом стоит слишком много. Стоить это cost. This house costs too much. Также too much используется с неисчисляемыми существительными. Например, whiskey. Too much whiskey. Ее муж пьет слишком много виски. Her husband drinks too much whiskey. Если же исчисляемое существительное, мы ставим слово many. Too many sweets. Слишком много конфет. Его жена ест слишком много конфет. His wife eats too many sweets. На этом все. До встречи в следующем видео курса 100 английских слов за час. Helen C. There are